Видишь? Вот смотри, я сейчас, вот смотри, вот, видишь, вытолкнул, наклонил плечи. Я сейчас его не руками держу. У меня сейчас вся нагрузка идет вон на плечо и на лопатку. Понимаешь? И обратное движение. Смотри. Не руки назад тяну, а сажусь под него. Так, там. Подворот, попробуй. На месте, без. Смотри, вот у тебя изначально. Ручки поуже, поуже. Сильно, не надо гнуться специально. Вот ручки, чуть пошире. Вот. Специально гнуться не надо. Вот ты стоишь, коленочки расслабил. Вот. И посмотри, давай я тебе помогаю сейчас. Смотри, ты делаешь вот, пошире ручки. Не-не-не. У тебя есть прямые руки. Переверни плечики, вкати туда плечами. Опусти пятки, выпрями колени. Ну, держи, держи, держи. О. Обратно, колени вниз, раз. И под него садишься. То есть ты встаешь с ним, вставай. И туда. Видишь, ты пытаешься удержать вот этой спиной. Ты опять, смотри, что ты вот так сделал. Ты сделал вот это движение. Ты боишься вот туда наклониться. Мы с тобой сейчас этим прорабатываем, что у тебя вот эти ноги, носочки, линия. Линия носков. Это есть твоя опора. Не бойся на них наклониться. Пошел. Выпрями ноги тут. Вот, смотри, нет, сел коленками. Молодец. И как у тебя гриф? Ты сразу подворачивай. О! Останься. Молодец. Выпрями колени. Вот. Есть ощущение, что вот здесь держится? Что не в руках ты напряжение сделал. Вот здесь, вот она спина, у тебя полукруг. Обратно то же самое. Коленями. Подворачивай. Почему не подвернул? Сильнее подвернуть. Во, аж вот так. Да, выпрями ноги. Во. И обратно нога, колени вниз. Опа. И садишься под гриф. Только не падая. То есть не руки назад тянешь, а садишься под гриф. Ты начинай. Смотри. Я вместе с грифом стою. Я вместе с грифом начинаю садиться. Пробуй. Подворачивай сильнее. Да, опа, голову опусти, пошел. Сразу подворачивай сильнее. Молодец. Давай еще раз, стоять. Вот тут будь. Вот он ты. Вот он ты, во. Вот тут таз подбери, во. Свободную ручку. Сразу, оп, туда плечиками. Во. Скручивай. Сильнее подворачивай, вниз. Вот, встать колени, выпрями ноги. Видишь, руки рано еще пошли. Во, выпрямить колени. Смотри, у тебя отрывали, сейчас пятки оторвались. Значит, ты пошел руками, начал вот так делать. Ты как бы с грифом, ты встаешь с грифом и потом бьешь. Рано. Висят ручки. Вот они висят у тебя, молодец. Открой рот. Бэм. Начинай вставать. И ударил. Во. Вот на чуть-чуть, на сотую долю секунды придержи гриф. Вниз. А теперь выпрыгни с ним. Выпрыгивай. Выпрыгни. Так. Выпрыгни от пола, оторви ноги. Вот видишь, в воздухе надо ударить. Так. Подпрыгивай, просто на носках подпрыгивай. Да, 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 пошел гриф, раз. Нет, вот этим движением. Не торопись. Подворачивай. Если ты подвернешь, он сюда, он сам к тебе опустится. А этим движением ты таскаешь его, тебе приходится паузу делать. Там паузу, потом обратно тащить. Именно вот выпрыгни. Вот туда. В воздухе ударь. Попробуй. Сначала прыгни. Видишь момент? Прыгни сначала. Во. Да, и подворачивай. Сначала прыгни. Мозг себе, дай команду, прыжок и удар. Без паузы пробуй.